обратная восьмерка. Дзё. Если дзё в исходном положении поставить таким образом, мы начинаем движение дзё назад и наверх, вниз. Выходим в другую сторону. Вот такое сильно амплитудное такое движение, чтобы было понятно, как работает восьмерочка. Потом потихонечку амплитуду уменьшаем, раскрепощаем кисть, раскрываем пальчики, и движение восьмерочки у нас уже получается более компактное. Более компактное. Назад. На обратной восьмерке акцент делается на ударе снизу вверх. У нас нога, пах, живот, челюсть. Поэтому, если работаете на проекцию по своему телу, обращайте на это внимание.